Здравствуйте, дорогие друзья, доброе утро. Я решил все-таки подгрузить сюда референтную картинку, которую я нашел в интернете. Там их полно. То есть, если вам нужна какая-то определенная женская фигура, мужская фигура, вы можете найти и ее сюда подгрузить. Так, мы с вами сделаем следующий блендер. Так, текстуры. Нам нужна анимашная такая текстурка. Так, я вот вижу, что ее нет. Так, мы тогда скажем вот что. Правильно все. Потому что мы должны подгрузить сюда. Где у нас тут картинка-то? Вот она, имидж как референс, да? Тогда, конечно, все нам покажут и все нам расскажут. Текстуры. Так, три текстуры. Вот раз, два, три. Давайте сначала возьмем фас. Увеличим это. И посмотрим. Так, видим, что уже у нас есть небольшое несоответствие, но мы поправим быстро это дело теперь, когда у нас есть уже. То есть мы можем вытянуть эти тали, наверное, пониже сделать. Ну, главное, нам надо расположить сейчас правильно. Допустим, вот так, да? Угу. А дальше нам необходимо боковое сделать и соединить их. То есть мы сейчас разворачиваем вот так и то же самое открыть. Ой, да не открыть, господи. Вот это. Опять же имидж. Референс. Говорим боковое. Где у нас? Вот у нас боковое. И тоже увеличиваем. Вот, тащим. Тут мы вообще здорово нарушили все, да? Интересно. Видим, что у нас, конечно, маленькая она. И подставляем, как бы стараемся эти картинки свести. А елки. Так, нужно. И сюда, вперед. Ну, сверху еще посмотреть. И подвигать так, как нам нужно уже. Примерно так. Так, так, так. Да, примерненько, примерненько. Ну, опустить, конечно. Сдвинул, сдвинул, сдвинул. Так. Сразу сказал, объект трансформ. Геометрия. Почему? А тут у него геометрия, интересно знать.
как бы чуть-чуть еще надо опустить. Потому что рисунки тоже не всегда бывают идеальны, как вы понимаете. Так вот, наверное, будет примерно то, что нужно. Так, ну, будет нам намного легче. И теперь мы возьмем мок. Так, посмотрим, как это будет. Так, так. Тут мы все поправим, естественно. Так, и теперь нам нужен. Зря мы так загнули-то уж сильно, да? Тут еще придется повозиться, елки-палки. Низ у нас, я смотрю, что низ у нас вывернулся не так. Сейчас более-менее. Если мы вот так сделаем, да, вот так, и скажем девятку. Так, нам надо еще подгрузить этот референс, вид сзади. На всякий случай. Чуть-чуть его отодвинуть. G. По Y. Пока вот так отодвинем. Увеличим. Большая. Видно, что большая. Новую коллекцию заявляю референцию.
Так, для того, чтобы нам как бы сделать управляем эту штуку, вот эту стрелку мы взяли вот здесь, нажали, и вот так, отключив ее, мы перестаем ее двигать. Все, закрепили. Но нам надо сказать каждой картинке еще альфа, что вот она сейчас, мы берем единичку, да, она показывает. А так она должна не показывать. Она злобно нам показывает ее. Так. Тройка. И пускай показывает этим боком. Так, ну что ж, это мы сделали. Теперь нам нужно подгонять. Правильно? Что мы будем делать в следующем видео?